Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и просто заходящие. Буду очень признателен за лайкосы и подписку на канал. Тем самым вы поможете развитию канала. Я буду очень вам благодарен. Спасибо. Пошли и приятного просмотра. Не самый тихий способ зайти. Проход в главный зал запланирован. Да. Упс. Может, есть лестница? Или лифт? Вот как этот лифт? Склеить механизм. А, я понял. Надо подтянуть лифт и зафиксировать его. Я же зафиксировал. Я вот думаю, а может сказать Фине, что ты Человек-паук? Эй, Фина, я не только соврал насчет вступления в твой клуб, но и тот, кто хочет тебе помешать. Ну, можно и как-то поделикатней. Ни хрена себе. Бронированная шахта. Тут сейчас стопудово будет сейчас файт. Прям 100% отдаю. Мой игровой комп до такого явно не дотягивает. Ага. У Фины тут настоящее злодейское логово. Видишь этот огромный бронированный контейнер? Абсолютно неподозрительный. Думаешь, на форм там? Да, есть ощущение. Из контейнера во все стороны тянутся кабели. Интересно. Блин, опять кабели. Так, и что мне с ним делать? Держивать. А, надо провести электроэнергию. Так не пойдет. Да через что-то его тянуть. Можно осмотреться. А, во, еще один вижу. Сюда? Сюда? Подключить напрямую не получается. Может, получится сделать цепь через стор или... Какой ты умный. Установи. Осталось включить. Там еще один. В смысле? Блин. Шик. А ну стой. Доступ к генератору открыт. Установить. Осталось включить. Один есть. Нужно включить остальные. Я что, здесь не картина? Спине, что я человек-паук. Ты не думаешь, что ей это не понравится? Посчитаем плюсы и минусы. Плюс. Она твой лучший друг. Ладно, диалог ждем. Минус. Она умелец. Плюс. Лучше поговорить прямо, чем действовать у нее за спиной. Минус. Другой человек-паук ясно сказал. Никому не говорить, кто я такой. Ты сказал мне. Может, если бы она знала, что борется с тобой, то ей бы перехотелось быть умельцем? Может, ты прав. Так, все, поговорили. Погнали дальше. Ага, уже два. Надеюсь, сейчас будет три. Ну что может случиться? Ты ж в 30 кварталах отсюда. Остался. Гипсокартон крошится. Так, а тут как раз не хватает одного блока этого питания. Так, где его можно найти? А, внизу. Все, понял. Биопинок надо тут сделать. Тогда посмотрим, что тут. Фина разрабатывает новое оружие против меня. Похоже, она послала подпольщиков шпионить. Так, окей, и все, да? Больше ничего нет. Делаем пинок. Перспективно.
что ты задумала, Фина? Похоже, что Фина заряжает ну форм. Дестабилизирует, как моя биоэнергия. Которая взорвала мост? И что, она хочет взорвать кинотеатр? Не кинотеатр. Роксон Плазу! Чего-чего? Это ж... Да как она... Она еще закрыта, так что никто не пострадает. Но я должен помешать Фине. Я заберу на форм. Давай, давай! Черт, черт, черт! Разделимся, он где-то здесь. Нужно достать Нуфор. Только разберусь с ее последователями. Опять стелс. Я должен об этом спросить. А что, если Фина права? И Роксон иначе не победить? Фина не камнями в окна кидаться планирует. Она хочет подорвать целое здание в нашем районе. Нас теперь весь город знает. Если в ее плане есть хоть один изгад, пострадают люди. Я не могу этого допустить. Ты прав. Надо лишить их на форму. Не повезло тебе. Прости. Они такие не, ну... милые, когда спят. Так, такой имбовый, конечно, такая имбовая возможность с потолка всех забирать, что я думаю, тут можно в 99 случаях пользоваться. И высота прям очень большая. Что, не ждал такого? Я пока вижу двоих, но там вижу еще одного. Может и не одного. Там картины, а там еще вижу он с пушками, а тоже пометить их. Так, там один он скучает, надо его забрать. А их тут двое. А ничего, что умелец заставляет нас находиться рядом с ним. Хочешь слинять? Твое дело. Я не боюсь какой-то банки. Пошел ты. Ну все, вы поссорились, расходитесь. Блин. Он там ходит один, все на все. Давай его забирать. Странно, стоят вместе, разговор не складывается, они не расходятся. Этого вот безопасно забрать, но он что-то тут ушел от меня уже далеко. Я все равно догоню. Нокаутировать, а забрать паутинкой. Во. Во. С пауками шутки плохи. Надо смотреть оба. И там он по ту сторону еще один. Так, еще у нас. Без пары ходит вон тот человечек вдалеке. И тут стоит еще один, надо забрать его. А, тут не один, ни хрена, их трое. Ничего бы, не хочу опять приезжать. Мы всегда должны быть в движении, если нас не найдет человек. Ну их до хрена так-то. Все изменится, как используют муфлон. Давай сделаем так, чтобы они услышали, что Человек-паук находится. Куда-то запулять своей паутиной. Ладно, ой, сюда. Ребят, тут есть паутина! Да. Всех нас ему не отобрать!
пускай они будут бродить. Так проще их по одному выловить. Потому что когда они стоят полчаса, просто даже не разговаривают. Это прям очень скучно. Безопасно. Опасно. Плохо. Плохо. Надо топать обратно. Что случилось, паучок? Испугался? Чай тебя, самый разговорчивый, поймаю. Придет время. Хочешь подраться, паук? Давай! Блин, я этот ускользает от меня. Я только сюда подошел, вы просто игнорируете то, как я пытаюсь вас поймать. За спиной не могу забрать его компаньона, потому что почему-то... Вот все, могу. Потому что нужно было далеко не отходить. Ты следующий. Так, ну потихоньку, потихоньку, сейчас. Анжела, есть что-нибудь? Правлюсь. Кто-нибудь проверьте, как дела у Анжела. Анжела спит. Я тут рядом, проверю. Куда ты прыгаешь, я дурик? Я башню Фиска, закрою и ваш сотый. Ой, чё он прыгнул с потолка, я не нажимал никакую кнопку. Плохи дела. Ну это нормально, то что я прыгнул и все равно получил удар. Я понял. Мне кажется, скоро будут такие какие-то прям, даже не знаю, как назвать. Короче, приспособления будут такие, что Человек-паук просто на пенсию пойдет сразу же после первой своей миссии. Судя по тому, как они постоянно вооружены и их способности. Паук уже, это как какой-то танцор диска из 90-х пришел какую-то компанию современную. Упал? Смерти. Все? Нет. Потому что это было бы чересчур просто. А, щит. Не, ну щит не так, конечно, впечатляет, как булава. Биудар. Надо было не выпускать его, а? Мне кажется, он сейчас своей булавой меня просто заспамит. О, так он не просто бьет, там еще линия какая-то появляется. Вот ты можешь поставить, посмотреть на наш бой эпический, или ты будешь нам мешать постоянно? Наверное, будет мешать. Куда ты прыгнул? Ай, понимать. Моя понимать. Я тебя сейчас стрельну.
что это было? Я ж в него попал, не? Естественно. Дайте мне что-то кинуть в него. Мне кажется, физически я его одолеть не смогу. Это обычный человек. Это будет для меня слишком трудно. Не, это было слишком имбово за один раз его убить. Лады. А теперь на форм. Так. Не, дайте мне еще сколько солдат. Интересно, кто это? Это я не отдам. У нее прям костюм какой-то, как будто у железного человека. Я хочу поговорить! Фи! Умелец! Стой! Ты решил украсть мой рупор? Да черта с два! Ганке! Я видел Фину! Что происходит? Она забрала Нуформ! Я гонюсь за ней по Манхэттену! Ах ты ж! Ладно, и как ты ее остановишь? Шаг первый — поймать ее. Шаг второй — я тебе перезвоню! Быстрей, ну быстрей! А в смысле быстрей? Это мои дела с Роксоном! У тебя ж только паутина, ты не делаешь никаких улучшений костюма. Слова? Может, ты от меня уже отстанешь? Куда у меня столько сил? Вот именно, пора задуматься о своих силах. Все идет плохо. Где ты сейчас? Я не знаю. Я пытаюсь не подорваться. Мне нужен новый план. Сделаем, как ты сказал. Так, сказать ей правду? Ага. Как только поймаю ее. Умелец! Мне надо кое-что тебе сказать! Погоди! Думаешь, я куплюсь на это? Ты должна знать это! Честно! Отвали, Человек-паук! В смысле, я должен сам управлять этим? Да. Корабль, в порядке? Давай цепляться за что-нибудь. Откуда у них такие способности прям сверхъестественные? С этими всему. Но я... Вы еще меня тут убейте. Один повод не убивать тебя. Моя мама очень расстроится. Майлз? Капец, конечно. Вообще. Мы можем? Вы двое на крыше, стоять! Паук-неудачник, короче, название этой игры. Обычный смертный, короче,
супер каком-то там божественном костюме одолел Человека-паука, все. Какие-то там биоудары, все, короче, уже все. В прошлом, кажется, получается, да? Ребро, а то и пару. Привет! Как прошло с Финой? Не очень. Ты еще у меня? Не, я сейчас дома. Родители вернутся через неделю. Прибираюсь тут. Но могу вернуться. Да нет, порядок. Я тебе перезвоню. Теперь что?